Культура – это показатель самого ценного, что есть в каждом человеке, в народе и обществе. Поэтому культурные ценности, созданные еще в далекой древности, живут в веках. Они переживают все – экономические неурядицы, смены эпох и правителей. В Армавире много талантливых людей. В городском дворце культуры и в дворце детского и юношеского творчества работает немало творческих студий. Имена наших вокалистов, танцоров, хоровые коллективы, фолк и арт-студии хорошо известны далеко за пределами края. Если раньше творческий союз художников Армавира предпочитал выставляться в просторной галерее в Гулькевичи, то сейчас авторы картин приглашают коллег по цеху в наш город. Это стало возможным благодаря открытию выставочного зала дома Дангулова. Также благодаря этому нам посчастливилось принимать в Армавире победителей фотоконкурса, учрежденного Российским географическим обществом. На новый культурный центр, который построен в районе Романтики, возложено немало надежд. Расположен он очень удачно в центре города, напротив остановок общественного транспорта. Одна из особенностей нового здания в том, что в нем будут созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые до этого могли заниматься любимым делом чаще всего в творческих студиях при общественных организациях. Вот это здание идеально уже фактически создано для доступной среды. Здесь есть минус, его надо доделать. Порожка быть не должно, межкомнатные двери и входная дверь. Это единственное, что надо еще устранить. И у нас это будет одно из показательных учреждений, где есть доступная среда организации. В данный момент практически все готово к новоселью. Рабочие завозят в помещение необходимое оборудование и мебель. Благоустраивают прилегающую территорию. Здесь появится ограждение, фонари, цветочные клумбы и автостоянка. После завершения строительства в муниципальном центре культуры будут заниматься творческие коллективы и любительские объединения разных направлений деятельности. Задача нового центра – обеспечить условия для развития творческого потенциала армавирцев. Возможно, что именно здесь раскроют свои таланты новые звездочки нашего города. Лариса Юровская, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».